for you motherfuckers. Drop. Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня сделал видео о том, как скрыть количество подписчиков на YouTube. Для этого заходим именно через браузер. Открываем творческую студию. Творческая студия. И тут слева у нас есть раздел «Канал». Выбираем четвертую строку. Дополнительно. Идем вниз до конца. И тут число подписчиков. Показывать число подписчиков моего канала. Не показывать число подписчиков моего канала. Мы выбираем не показывать. И тут отображается подсказка «Сохраните изменения», нажав кнопку внизу страницы. Так, нажимаем «Сохранить». Все, ребята, примерно через 5-10 минут будут скрыты наши подписчики. Всем пока, всего доброго, до свидания.